Павел Баженов, и Женя сегодня на Тринецком мостике. И становится московский «Спартак»!
также поаплодируем футболистам московского ЦСКА. Четвертое место у армейцев по итогам сезона. Берут красноармейцы. Дорогие друзья, уважаемые болельщики, давайте также поаплодируем футболистам московского ЦСКА. Спартака, триумфатора матча за третье место, Алексей Павленко в прямом нашем эфире. Алексей, как готовились к этому матчу? И как отходили от поражения в полуфинале, потому что вели 3-2 у Кристалла, затем была ничья и, в принципе, сохраняли шансы победить в овертайме. Ну, отходили, если честно, тяжело вчера было, очень переживали за такое поражение. В принципе, считаю, игра наша вчера была. Ну, отходили как? Знали, что есть шанс заработать медаль, первую в истории Спартака в чемпионате России, поэтому приложили все силы, старались отдохнуть, забыть вчерашнюю игру, уже это прошлое. Сегодня была игра, в которой надо было выйти и выиграть. Вы очень важный гол забили, второй, насколько он ценен, если брать вообще всю вашу карьеру? Ну, я не считаю какие-то голы, главное, что команда выигрывает, а там любой гол ценен. Джордан тоже забил, сравнял, в принципе, тоже ценный гол, почему нет. Поэтому главное, что команда выиграла, и столько болельщиков сегодня пришло, спасибо им большое. Очень приятно, когда так кричат, так поддерживают. Поделитесь секретом, кто управлял действиями команды, потому что сегодня Михаил Викторович остался на трибунах. Ну, управлял помощник его, Дмитрий Геннадьевич Нежелев. И, соответственно, Михаил Викторович нам перед игрой дал все установки, как действовать, как что. Мы знали и соблюдали планную игру, поэтому так все получилось у нас. И в заключение спрошу, для «Спартака» третье место – это успех, если брать предыдущие сезоны, в частности, 2017-й? Ну, вообще медаль любая – это успех, но задачу руководства мы не выполнили, первое место не заняли. Но приятно, что закончили чемпионат России все-таки с медалью на хорошей ноте. Как нам сказал тренер, надо выиграть, чтобы дальше все готовиться к кубку в хорошем настроении, а не с опущенными глазами. Поэтому выполнили то, что сказал тренер, и получили удовольствие от игры. Еще раз победы и желаем уже в следующем году выполнить задачи руководства.